Эту птицу встретить можно и на суше, и на море. Плавает, летает, но только не ныряет. Рыбкою питается, а как же она называется? А называется эта птица чайкой. Расскажите малышу, что чайка является одним из символов моря. Это шумные, задиристые птицы. Они обитают по всему миру, везде, где море встречается с сушей. Чайка никогда не улетает далеко от берега. У чайки светлое оперение, и только на крылышках более серые перышки. У нее очень широкое крыло и сильный клюв. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть крючок на конце клюва. Чайки великолепные летуны, но еще они хорошо ходят по суше. Умеют плавать, а вот нырять не могут. Познакомьтесь, малыша, и с другими морскими обитателями. По возможности посетите дельфинарий или океанариум.